Так вас снимали? Грузовик золотой. Видите, написано Lagrange Group. Да. Мы с компанией Lagrange. Отдел маркетинга. Снимаем видео про золотой грузовик. Там у Давидыча, да? Я лично ему делал, Давидыч. Серьезно? Доброе утро. Здравствуйте. Сергей. Анатолий, вам надо что-то в багажник делать? Нет. Так давай не вам, а тебе. Лагранж. Да. Все, поехали? Да. До того места, где водитель находится, выехали 2 часа. 2 часа? Аня. Привет. Какой у нас план действий сегодня? Сегодня мы встречаемся с Шахбаном. Это водитель, которому посчастливилось водить золотой КамАЗ. Нужно сначала помыть машину, после этого мы поедем на погрузку на Мансуровский карьер, а потом на отгрузку на объект. Короче, задача поснимать золотой КамАЗ. Да, увидим его в деле. Блин, как еще раз тебя зовут, скажи, пожалуйста? Анатолий. Тоже. И у меня на имена, короче, очень хреновая память. Я Сергей, если у тебя тоже вдруг на имена память хреновая. Нет, у меня хорошая. Так у тебя даже вышито на спине. Я думал, это просто типа краской нанесено. А кофе сначала оплата, потом. Да. Бздынь, бздынь. Приятного аппетита. Спасибо. Тебе тоже. Завтрак. Уехал нам. Он написал. Да, он написал, что выехал направо, на светофоре тоже направо, и там ждет нас. А дальше мы едем на карьер. Загружаться. Да. А что грузить будем? Песок? Либо щебень. Либо щебень. Точно. Инструкция по его местонахождению там была направо. Направо, как оттуда выезжать, потом на светофоре тоже правее держаться. И вот, да, вот сюда вот, типа. Правее. Шахбан, мы тебя догнали, можешь теперь просто дальше ехать на карьер. Мы будем ехать за тобой и снимать попутно. Давай, поехали. Что он стоит? Пойду, узнаю, что он там. Шахбан! А что, остановились? Покушаем. Мы сейчас подойдем. Кто-нибудь хочет что-нибудь перекусить, не? Ну, я пойду возьму себе что-нибудь. Две самсы с говядиной, давайте. Что, все-таки решили, что тоже есть хотите? Есть больше нечего. Так, 130. Спасибо. Так вас снимали? Да, мы грузовик снимаем. Ладно, серьезно, рассказывайте, что тут. Грузовик золотой. Видите, написано Lagrange Group. Да. Мы с компанией Lagrange. Отдел маркетинга. Снимаем видео про золотой грузовик. А что случилось? Да ничего, позвонил, говорит, снимает нас. Я на фазу сел сразу. На фазу? Ну, люди звонят, говорят, люди приехали какие-то, нас снимают, все снимают. Я уже думаю, что-нибудь стоп-хам или что-то. А это ваш грузовик? Компания Lagrange, вон написано. Я понял. Да. Пленки? Конечно. Так у Давидыча, да? Я лично ему делал, Давидыч. Серьезно?
Я был тогда управляющий тюнинговой компании. Ну скажите ему тогда, что у нас не хуже. Ну, надо подойти посмотреть. Хорошо сделано? Да, это грузовика нормально. Да, очень. Достойно. И что, сейчас пойдет грузиться, что ли? Да. Он ездит 3 раза в день. Блядь. А мы будем отснимать. Не жалко разве? Ну да, для грузовика. Давай, друзья. Мы погнали. Давайте, пацаны. Грузимся вот здесь вот, да? Погрузчик куда подъедет, смотря, сейчас погрузчик ждет. Мы под него подъезжаем. Хорошо, давай. Шахбан, слушай, пока ждем погрузчика, давай чуть-чуть поболтаем, не против? Попробуем. Давно ты на золотом КамАЗе гоняешь? На золотом месяц почти. Сильно внимание обращают на дорогах? Достаточно. И тебя радует, хотя и нет внимания такой со стороны. Ну, настроение работаешь, настроение есть. Люди вокруг улыбаются, когда люди вокруг улыбаются, самого. Да, да, согласен. Чуть-чуть самого тоже как бы. А вообще в Лагранже ты давно работаешь? В Лагранже я работаю с января месяца, больше полугода. И как, нормально устраивает, все классно? Нормально, вовремя платят самое больше. Больше всего, что то, что мне здесь нравится. Задержек зарплат, насчет зарплаты вообще никаких нет. А ты сам откуда? С Дагестана. И твоих земляков много работает, да, здесь тоже? Моих земляков тоже есть человек, наверное, 20. Ты, получается, на вахте сейчас, да? Ну вахте, я сейчас на вахтовый метод у нас здесь работает. И когда у тебя заканчивается сейчас вот текущая смена? Я честно сказать, как сказать, я 3 месяца работаю, но я это по собственному желанию. А-а-а. Кто хочет работать, ну как бы сказать, они могут работать. Когда водителей не хватает, можно на подработке оставаться. Так, ладно, давай выскочу, мы сейчас дрон распечатаем, полетаем, пока тебя грузить будет. Так а что, полетели? Не, зайти мы тоже не можем, он нас не пустит. Зайти. А, да, он зайти тоже не дает пешком. А он, походу, нас ждет, да? Да. Сказали стоять ждать. Вы же не надолго, на выгрузку и все. Да, минут, блин, не знаю, 15-20 наверное, от силы. Ребят, оп. Сами не говорите, вам запишут вас. Спасибо вам, что вы нас провели. Да, спасибо. А то нас охрана совсем... Совсем не пускала. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо вам. Спасибо, до свидания. Всего хорошего. Шахбан, спасибо большое.
И вам тоже спасибо. Все. До следующего раза. Удачной смены. Удачной смены. Все? Да. Аля. Все, было здорово. Спасибо большое за транспорт, за дрон. Вообще огонь. Мы, короче, выполнили на сегодня то, что было запланировано. Думаю, да. Мне кажется, все прошло отлично. КамАЗ поснимали в дороге, полетали, загрузку, разгрузку. Огонь. День был хороший. Да, супер. Контенты выбрали. Отлично. Все, тогда давай, спасибо. До следующего раза. Встреч.